Приветствую вас, вы на канале Радикуш, и мы продолжаем выживать в мире ВСС. Ну, так. У меня полоска энергии, здоровья. I was close. И какого-то глазика. Глазик не понятно. If this bastard approached from the other side, I would be так. Dead by now. Да, попьем. Так. Еды у нас нету. Пишет, что... Можно отсюда вывести. Нет? А, починить, типа. Чтобы он нас больше не смог штурмовать. Так, investigate shelter from outside. Так, значит, надо выйти. The bear. It's bleeding. I should fix this right away. Нужны доски. Доски, вот они. На всякий случай, чтобы нас Мишка больше не смог штурмовать. Так, это следы Мишки. У него одна лапа повреждена или чего? Или он после трапезы руки не помыл? Непонятно. Ладно. Так, он нас реально хотел скушать. Так, вот. О, верстак заработал. Хорошо. Крафтинг. Вы можете крафтить туда-туда-да-да-да-да. Понятно. Доски. Крафтим. Доска. А, из одного полежка две доски. Так, четыре доски. Нам нужно гораздо больше. Ну, может, подойдет. Давай сейчас посмотрим. Попробуем сейчас. Пробуем. Так, тут написано, что 9 досочек надо. 15 энергии на это уйдет у нас. Хорошо. Так. То есть анимации ничего нет, но это нам все добавят потом. Надеюсь. Так, значит, нам нужно больше дров. Так, отключаем. Так, рубим дрова, готовим. Так, энергия как тратится-то? То есть на каждый удар у меня по миллиметру связи. Ага, бьем, продолжаем. Разницу куда бить? Он просто клеит стики от удара. Придумали звук. Ну давай, давай. Поддайся. Так, мы ее только срубили. Присели. И продолжаем очистку бревна. То есть мы должны сейчас бить, пока она не рассыпется. На мелкие полежки. Можно в одну точку, здесь пока это не учтено. Да. На такие узкие бревна лучше вообще стики никакие не делать. О, а ты чего упала? Я тебя же не бил даже. И мне даже текстуры нету лежачей. Ну, бывает что. Хорошо. Это демо-версия, ей простительно. Видимо, разработчики не думали, что такое может произойти. Ладно, продолжаем. Вот они, полежки. Включаем наш режим охотника. Ну, я не знаю, смысл есть бить это супер-дерево, потому что... Блин, оно мне мешает. Оно мне завалило полдвора. О! Ого! А вот это они учли, значит. Хорошо. Ладно, ими потом займемся.
Они неподъемные вообще. Вообще. Так. А, тут палочки. 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 Собираем палочки. Все. Идем. Короче, идем мы, значит, к нашему верстаку. И крафтим доски. Так, выглядит оно вот примерно вот так. Окей. It's not great, but it will keep me safe. Все. But still, I've got to cover the roof somehow. Так, миссия выполнена. Теперь нужно законопатить крышу. Крыша у нас досками не закроется, поэтому нужно что-то другое. I have to get this parachute off the tree. Or так. I could just get rid of the whole tree. То есть он предлагает использовать парашют для ремонта крыши. Так, сейчас морковку соберем. Трупешник, подожди. Картошечка. Морковка. Читерская, на самом деле, чуйка у него. Ну да ладно. Так, чувак, ты уже давно тут висишь. Ладно, давай срубим. Poor guy. I wonder what's gotten him stuck here. Парашют мы собрали. Чувак. Прости. Так, ну раз уж мы дерево срубили, а дрова здесь всегда нужна. Сейчас мы быстренько его обработаем. Так, а у меня штраф по холоду, нифига. Ага. Интересная способность. Ладно. Входим. Энергия тратится вообще быстро, когда пишешь. Но ты молодцы, учли, чтобы не злоупотребляли бегом. Но так как мы идем и так спать, и вечер уже скоро. Поэтому ничего страшного, что мы сейчас энергию сожгем. Ух, лишнего. Чуть не прыгнул ведь. Кстати, а эти бревна можно обработать? Раз уж мы все равно спать. Пробуем. Как хорошо. Вот и все. А как нам туда залезть? Крышу починить. Или... А, не-не, скорее всего нужно использовать... Наш верстак. Так, что тут у нас? Парашют. Вот. Вот. То есть мы подрезали как надо. Все. Все, мы использовали. Раз так, теперь надо как-то это все укрыть. Все. Крышу мы укрыли. Домик мы подготовили. Встретить вашего соседа. Как? Каким образом? Вот вода. Я замочил ноги, играет пока не учитывает. Окей. С водой проблем нету. Это уже хорошо. Но я не вижу морковок. Кстати, а карта есть? То есть... А, ну, блин,
принципе, метка есть, если что. Мы не заботимся. А то мы тебе еще Сусанина. Так. Ворона. Не показалось ли там кто-то? Трава так колышется. О, я что-то нашел, охотничью засидку. Так. Ага. Чё она разлаялась-то? Раскаркалась, чё она? Чё хочешь? Есть не будем, у нас жизни не убавляются. Сейчас накопим. О, мясо. Что-то еще нашел. Это. I see. A hunting trap. Какая-то железка. Too small for the baby, but I can use it elsewhere. Вот откуда у него кровь на лапе. Он встал в охотничий капкан. И я взял детальку для этого. О, там много всего. Кто это? Зайчики? Зайчики! Зайчики! Где вы? Где он? Я слышал. Блин. Че зайчики? Вон они бегают. Сейчас, сейчас, сейчас. Вон, 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 вон. Давай. А, вот, стой. Как они это делают? Давай. О, зай. Ах ты ж маленький. Как тебя достать? Они в норке сразу прячутся. То есть это силки надо ставить, понятно. Ну ладно. Механику. Интересно сделай. Вот эта жазмутость убивает просто. Так, надо узнать, что там у нас, какой лут, потому что по-любому что-то там есть. Ух ты, вот это комбо. Просто посадил морковку и картошку вместе. Блин, это тут просто декорация. Я думал, там сейчас лук найду или арбалет какой-нибудь, или базуку. Ничего нету. Так, о! Кто-то не доел кьюи. И еще одна часть от капкана. То есть по сюжету я должен был найти детали капкана. То есть следующую ночь по сюжету он должен к нам прийти, а мы будем уже во всеоружие поставим капкан. Ладно. Так, мясо мы набрали, морковок тоже полно всяких разных. Ну, это же демо-версия, здесь все так это, чисто ознакомительное. Вот, и я про что хочу сказать, то что, блин, пока кушать не обязательно, у меня жизни не убавляются. То есть пишут, что у меня голод, там, штраф, вот это. Я пока ничего не теряю. Ну, раз уж мимо проходим, наберем водички. Будем считать, что мы в резиновых сапогах. Ходим по воде. Не боимся. Ничего. Так. Мне
домик, домик, домик. Включаем режим охотника. Сразу птички запели. Ну-ка снега поедим. Оп. Оп. Неплохо. А, он здесь, кстати, не мини. Да. Хорошо. Колодец замерз. Закрываем дверь, крафтим. Крафтим. А вот, кстати, а с мясом что можно сделать? Типа сырым, если съешь, вот так, да, понятно. Капкан. Капкан из двух деталей. Крафтим. Получаем. I should set up a trap as soon as I can. Хорошо. Так, ну я хочу разжечь огонь. То есть полежка и палочку разжигаем. Угу. Так, ложим сюда ляжку, которую мы нашли, она готовится уже, и тушу кролика. И это, видимо, не так быстро, как мы думали. Ну ладно, ничего страшного. Понятно. Да не, нормально. А, кстати, даже показывают, как это выглядит. Здорово. То есть вот эта тухлая, объеденная туша кролика и полугнилое мясо. Все здесь как есть. Ну ладно, хоть так. Решетка гриля. Ага. Так, я сюда дрова сложить не могу. Например, чтобы с собой их таскать. Я же все равно здесь только разложу огонь. То есть, вот так. Нет? То есть я сейчас все свои дрова просто в неизвестность выкину? Да, они исчезли. Спасибо, разработчики. Спасибо. Но учтите, это, блин, на релизе. Это ж кошмар. Чего мне теперь делать? Опять за дровами бежать? Ладно. Кролик почти готов. Угу. Тут сундук есть. А, ну в принципе ничего страшного, у меня же там бревна валяются. Я сейчас их до конца расколочу. Будут у меня дровишки. Опа. Не упустил. Ладно, хорошо, идем. У нас готовы оба мяса, готовы, то есть мы их забираем к себе в инвентарь, выбираем и уже правой кнопкой мыши кушаем. Она заполняется постепенно. Ага. Так, вот, картошку можно печь или нет? Картошку можно печь. Морковку можно печь? Морковку можно печь. Так, значит, стандартно морковка... Ой, морковка дает плюс 5. А голоду и плюс 2 энергии. Картошка также. То есть в сыром виде они дают вам 5 и 2. То есть морковка была 5, 2, стала... 12 и 2 тоже. Ну, плюс еще добавилась регенерация 4 единицы. Морковка готовится очень быстро. То есть можно просто собирать морковку с картошечкой и печь. Морковка готовится быстрее, а смысл у них такой же плюс-минус. То, что картошка энергии больше дает. Так, а как добавлять топливо? То есть я вот не хочу его разжигать, а хочу поддерживать огонь. То есть... А, просто правая кнопка мыши, это хорошо. Так, снимаем. И сюда. А. Ладно, с этим разобрались, неплохо, мне нравится. И да, они тут вон как, прям с ботвой. Все, как у людей. Отлично.
Ладно, сейчас мы подкрепимся до конца. И будем уже готовить темную этому мишке. Пьем водичку. Отпили. Так, собственно, куда нам нужно расставить? 150 метров. Написано туда идти. Ладно. Так, ну, в принципе, скоро вечер. Давай пробежимся. Так, попутно надо собирать. Постоянно нужно кушать, кушать, кушать. Искать что-нибудь поесть. Так. Не, ну, в принципе, игра мне нравится. То есть, как выживалка, она не дурная. Понятно, что очень много еще можно поменять, доделать, делать. Но это все со временем. Если они будут прислушиваться к игрокам, то все будет нормально. Что со снегом? Ладно. Лед. О, как скользко. Лед красивый. Графика очень красивая. Стоит на максималках. Так. Зарядили капканчик. Better leave it alone. Ух ты ж, ёжики. Мишка, здорово. Такая сцена, я ничего сделать не могу. И на этом пробничек наш заканчивается. Спасибо за игру. Так, какой-то старт. Это просто переход. Ну, интересно. Единственное, мне не нравится то, что мы привязаны к месту, но это, надеюсь, на стартовых этапах. Потом можно будет уже какие-нибудь палаточки ставить, там, я не знаю, спальничек какой-нибудь там возле костра. Вот, ну ладно, спасибо за просмотр. Это был канал Райс Куш и пробная версия Winter Survival Simulator. Она доступна бесплатно в Стиме. И мы ее пробовали. Всем пока!